Вот они, капиталисты. Большие мои красавчики. Зажали Линдочек. А там он, Гошка, пошел с Матильдой. Не стал связываться. Да. А сейчас посмотрим, что будут делать. Крякаешь. Да не туда полез-то. Ох ты, господи. Не вылезет там. Нет, не вылезет. Гошка смотрит. Матильда. Давайте, 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 ребятишки, давайте. Быстрее, 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 быстрее. Бегом, бегом, убегайте от них. Ну, сейчас будет плутаться. Скорее, 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 скорее. Нет, охота еще покупаться немножко. Скорее, 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 скорее. Во, молодцы. Убежали, убежали. Мои красотульки. Ой, большие уже брызгаются сильно. Гошка далеко ушел, он туда, к теплице даже. Ну да, купайтесь, давайте купайтесь. Эх, Гошке, наверное, тоже хочется купаться в этом прудике. Толя, а воды мало им становится. Гуси уже большие, им воды мало. А? Чё? Да, им надо больше воды. Им так неинтересно. Опа. Гошка, Гошка идет с этой стороны. Опа. Гошкин гусачок полез и обратно побежал. Увидел больших гусей здесь. Пошли, пошли, там Линдочки. Вот они, мои красавчики. Побежали. Ну вот, сейчас Гоша будет купаться со своим семейством. Да, вот они подошли. Уже как попало, не прыгают. Сейчас пойдут по трапику, наверное, спустятся. О, я же говорю, по трапику, культурно. Видите, как хорошо. Все семейство. О, какие молодцы. Так, а это кто мимо пошел? Матильда. Она вон там с горки всегда съезжает. Посмотрим, сейчас съедет или нет. Красавица наша. Да, вот она, хорошенькая. Интересно, съедет все-таки или нет. Давай, Матильда, давай. Я тебе ничего не делаю. Я тебе не мешаю. А? Так они же растут сами по себе, гуси-то, понимаешь? Ну, испаряется, конечно, ветер же такой каждый день.
Конечно, испаряется. Да и гуси вот растут, и поэтому, когда маленькие были, вроде хватало, а сейчас вот по дну лапками ходят, а нырять-то им никак не получается. Давай маленько наберем. Но. А то радости такой не получают, как должна быть. Вот они, мои малявочки, идут. Куда же вы пошли, а? Мой пятачок, куда пошел? Но. Шуганули вас маленечко там, да, капиталисты? Ух, они толстосумые. Идут, мои хорошенькие, идут. Так, что-то я просмотрела, куда они пошли-то все. А, капиталисты пошли за Линдочками. Ну, понятно. В картошку, короче, все пошли. Ну, пусть ходят. Вот один, как всегда, отстанет, еще и будет орать. Ух, он. Ну вот, и Матильда в воду прыгнула. Вон они ходят. Не знаю, наверное, не видно так-то через камеру, а я-то вижу. Среди зеленой ботвы гусики гуляют. Капиталисты, вот они возвращаются. Ага, сейчас придут, а здесь Гошка. Сейчас посмотрим, куда они их выпроводят. А, идут, идут, все дружненько идут. 3, 4, 5. Так, шестой купается. А где еще два? Где-то в картошке остались. Видите, как дружненько пришли. Там вон кормушка стоит. Сейчас они там немножко пшенички поедят. Угу. А здесь вот Гошка со своим семейством притихли в воде. Ага. Капиталисты идут сюда. И что сейчас будет? Сейчас мы увидим. Да, меня увидел, смотрит. Ну, Тиегонька, Тиего. Меня увидел, да? Да я же далеко от вас. Далеко. А там Гошка внизу. Правильно. Идите лучше в сторонку. Пусть они поплавают немножко. Вот так, чистую водичку им налили, а они в тазик полезли. А в тазик уже не вмещаются, представляете? Уже все, сейчас включишь водичку. Сейчас разгонишь всех. Так, так, пошли, пошли на трапик пошли. Они хотят в водичку, наверное, спуститься. Но нет, там увидели Гошку, конечно. Сейчас Толя шланг, это самое, в пруд.
опустит и воду включит. Что будет? Что будет? А сейчас будет Ташкент, говорит. То есть тепло и хорошо. Сейчас, говорит, будет Ташкент вам. Тепло и хорошо. Сильно резко только не включай воду. Ну вот так потихоньку. Водичка побежала. Тихонько побежала. Никто не обратил внимания. А? Пошла вода. Да-да. Потихоньку пошла. Никто не обратил внимания. А то обычно они пугаются, если резко включить воду. А? На всю включил? Идут, идут. Подходят. А? Да никто ничего не смотрит. Они друг на друга смотрят. Вот капиталисты подошли к Гошке, и решается вопрос. То ли прогонять Гошку, то ли Гошка будет пальцы веером делать. А? Ну, где-то гуляют, по картошке вон ходят. Еще не поняли, что отстали друг от друга. Сейчас барали бегали, искались. А ты страпик убери вот тут там, с правой стороны повесь. О, все, Гошка вышел. Гошка увел своих. Ты сильно громко сделал. Ага, повел. Все, своих повел. Сейчас капиталисты будут купаться. Вот они. Вот. Только маленько подтолкни их. Сами. Вон, смотри. Опа. Они дождались, когда Гошка ушел. Молодцы какие. Друг другу уступают. В драки пока не лезут сами. Вот, вот как здорово. Ты думаешь, они будут подплывать? Ну, посмотрим. Вон какой вам фонтан сделали. Вот так, 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 так. О, а что это они вылазят? Ничего они не стали подходить к твоему фонтану. Сейчас они там Гошку зажучат. Самые большие, посмотрите. Ой, 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 какой красавец. Ой, 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 молодцы мои. Молодцы какие. Вон там тоже кормушка, видите. Сейчас они там поедят. И все будет хорошо им.